Доброго времени. Тема сегодняшнего видео хотел бы продолжить разбирать с вами вопросы, которые чисто теоретически могут попасться на экзамене Red Hat. Но в прошлом видео то же самое было. И сегодняшние вопросы, они все связаны с LVM. Но не только с LVM, с дисками, там, со страти, с LVM, обычные диски, любые диски, LVM диски. И, собственно говоря, опять же, у меня в лаборатории мой ноутбук и виртуальная машина, которая на нем. И все вот эти три мини-лаборатории, они касаются дисков. И самое первое, самое объемное, но самое простое, где не задействован ни LVM, ни STRATIS, это просто подключить диски и отформатировать их. Она состоит из нескольких задач. И, собственно говоря, меньше слов, больше действий. Create a primary partition with a size of 1 GB, formatted with X4 and mounted persistently on a files X4 using UID. Создайте раздел размером 1 ГБ, отформатируйте его в X4 файловую систему и подключите совсем persistently на папку files X4, используя UID. Create a primary partition with a size of 1 GB, formatted with XFS and mounted persistently on a file XFS using labels. То же самое, только на этот раз XFS и подключить, используя лейблы. И create an extended partition that includes all remaining disk space in this partition. Create a 5 MW XFS partition mounted persistently on mount XFS using label myXFS. Уже создайте extended логический раздел, который будет занимать все свободное место диска, и внутри него уже создайте 500 мегабайтовый XFS раздел и подключите его, используя label myXFS в папку mountXFS. И create a 5 MB swap partition and mount it persistently. Создайте 500 мегабайтовый swap раздел и подключите его persistently, постоянно. И вот, собственно говоря, три диска, которые я подключил. Каждая лаборатория один диск. И начнем с SDB. И, грубо говоря, in general, нам надо создать сперва два раздела по 1 гигабайту. Форматировать будем потом. FDisk, SDB, N, New. Так, permission denied. А, я же не админ. M, new, primary partition, partition number 1, первый сектор не имеет значения, последний сектор плюс 1G. Так, new, еще один, primary, partition номер 2, первый сектор не имеет значения, последний сектор плюс 1G. Так, посмотрим, что у нас, два partition есть уже, теперь new, extended, так, первый сектор, последний сектор, не имеет значения. Теперь new, и он нам предлагает создать логический раздел. Первый сектор, неважно. Последний сектор, плюс 500M. И еще один раздел, тоже логический, номер 6. Первый сектор, неважно. Последний сектор, плюс 500M. Так, P посмотрим. Так. Ну, 1 гигабайт. 1 гигабайт это весь extended раздел. И DF 500 мегабайт. W, как его там, чтобы сохраниться. Теперь. Что у нас по задачам? Так. Первый форматируем в X4. Ну, по сути, нам нужны три папки. Files X4, Files XFS, Mount XFS. Files XFS, Files
x4 фи less xfs. Инкодир минус p, чтобы создать все дерево. Mount. Так, mount xfs. Теперь. MTFS мы будем подключать с помощью UIID. Так, UIID. Файловую систему туда создали, папку создали. И теперь, собственно говоря, нам нужен его UIID. LSBLT output UIID. Сделаем такой крюк. Прежде чем начну редактировать диски, я хочу снять копию с FS-таба. Вдруг что-то пойдет не так. Так, теперь. И его UIID сразу закидываем в эти CFS-таб. Он у нас был в папке. Так, он должен быть в папке files ext4, файловая система ext. Теперь sdb2 нам нужно отформатировать в XFS. Использовать лейбл myXFS с большими буквами. Значит, MTFS, XFS, minus L, myXFS, def, sdb2. Белка. Так, и теперь sdb2. Лейбл равно myxfs. Он будет в папке files xfs. И он тоже примаунтился. Теперь SD3 у нас Extended Partition, и внутри него два логических раздела по 500. Первый 500 мегабайтовый. Great an Extended Partition and include all remaining displays. In this partition, great 500 MXFS mount XFS. Так, ему нужно дать лейбл MyXFS, но уже не с большими буквами, а с маленькими. LKFS XFS. Пять.
Так, этот закрепили, этот закрепили, этот закрепили. Остался теперь свап. Свап он у нас показывает всего 3,5 гигабайта, который установился при установке сюда операционной системы. И надо превратить этот диск в swap partition. Swap. Я забыл поменять type partition на swap, когда его делал, поэтому сейчас зайдем и поменяем sdb. Так, type of type, выбираем partition 6 и swap. Так, записываем. Как видим, SDB6 тоже теперь стал swap разделом. И теперь у нас 3,5 на одном диске и 500 мегабайт на другом диске swap раздел. Теперь что у нас дальше? Так, это окей. 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 Create an LVM logical volume with the name LVData and size of 1 GB. Also create a volume group and partition volume that required for this LV. Создайте LVM названием LVData и размером 1 гигабайт. А также создайте volume group и partition volume, которые требуются для этого LV. Format this LV with XFS file system and mount persistent on mounts LV data. Отформатируйте этот LV в XFS и прикрепите в папку mount LV data на постоянной основе. И add one G disk to new created VG and extend LV size. Добавьте потом диск размером 1 гигабайт, только что созданную volume группу, и увеличьте размер LV logical volume. Итак, собственно, погнали. Значит, первое, что у нас было, создайте диск 1 гигабайт. Так, SDC. SDC. New primary 1 плюс 1G.
И теперь у нас есть диск SDC, который мы будем использовать для наших целей. Назовем volume группу VGData. Так, VGData has insufficient free space, 255 extents. Так, 256 required. У нас не хватает места на VGData, чтобы создать раздел 1J, ну 1 гигабайт, поэтому сделаем по-другому. Когда будем создавать, то сейчас дадим не 1 гигабайт, а 255 экстендов. Теперь, собственно говоря, нам нужно отформатировать его в XFS и прикрепить папку lvdata. Так, mount XFS. Это готово. Теперь следующий пункт. Add 1G disk to new graded VG and extend LVA size. Добавить еще 1 гигабайтовый диск на эту, в эту volume группу. И значит, создаем один диск еще. C. New. Partition primary 2. Первый сектор не имеет значения, последний сектор плюс 1 G. Type игра 2. LVM. SDC 2.
Так, ну, наконец-то получилось увеличить LVS. В принципе, он получалось, но почему-то в самом конце я заметил разницу, что когда заходим в Volume группу, там размер был 2 гигабайта, а в LVS размер был 1 гигабайт. А ошибка была в том, что просто я забыл поставить знак плюса перед размером. И только потом он увеличил еще и файловую систему, потому что стоит ключ плюс R. С этой задачей, в принципе, закончили. Так. Окей. 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 И теперь стратишь. Create и стратишь pool. Spool. Ну, spool это название. Насколько я понял. And file system as system on it, make a mounting point and mount stratis fs to it. Создайте stratis pool, назвав его spool и файловую систему на нем. Stratis pool это xfs файловую систему. Назвав ее s system на этом и ну, подключите его, создайте точку монтирования и подключите. Create a snapshot of your file system and mount it to be sure that your files are turned. Создайте снапшот, снимите снапшот с файловой системы и верните потом все обратно, убедившись в том, что ваши файлы вернулись. Так, собственно говоря, сделка. У нас остался последний диск незадействованный, который мы пустим под стратис. Сперва посмотрим, есть ли у нас стратис. Ни пола, ни файловой системы сейчас пока что нет. Значит, stratis pool create. Пол должен был называться у нас s pool s system. Запущен сестрац. Так, сестрац. Так, у нас есть файловая система S-System в пуле S-Pool, XFS файловой системой. И теперь надо ее подключить. Вот, берем UIID. А, сперва надо создать папку, куда будем его монтировать.
Так, а мы его не написано, куда будем монтировать. Ну, создадим. Так, сетраксис, пускай так будет. xsystemd.require stratis d service. Так, подключено. df-hash показывает, что у нас якобы 1 терабайт, но на самом деле нет. Чтобы посмотреть реальный размер, stratis list и stratis fs list. Тут показывается настоящий размер пула. Чтобы файлов систем не было, они все равно используют диски в пуле stratis. Так, это у нас... Теперь write a snapshot of your file system and mount it to be sure that files returned. Теперь, чтобы это протестировать, нам сперва нужен какой-нибудь файл, на котором мы будем делать эксперименты, потому что если файловая система будет пуста, то нам нечего будет удалять и восстанавливать. Да. Файл создался, теперь надо снять снапшот с пула стратиса.
Снапшот готов. Он называется БКП. Теперь удалим папку Stratis, чтобы восстановить ее. Но сперва надо ее umount Stratis. Теперь remove Stratis. Примаунтим файл систему в папку Stratis 2. И просто создадим папку backup. BKP. Кодир BKP. Примаунт. Как видите, файл восстановился в папку из снапшота Stratis'а. Вот он там. Stratis.fs.list. Ну, теперь попробуем снести этот же файл, он потому что нам уже не нужен. Umount. Ну и снапшот нам больше уже тоже не нужен. Его тоже как бы удаляю. В принципе, сегодня что мы сделали? Это тоже окей. На сегодня задачами вроде бы все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, было интересно. Придите себя и до встречи. До свидания.